Как для тех, кто смотрит, возможно, в первый раз доту, да, нашу, как это работает? Да, это работает так, что мы играем катку, делаем паузу, там, на покурить, на что-то еще. Играем еще одну, и так повторяем, и игр, наверное, 3-4 мы как минимум сыграем за этот стрим. Так что у вас будет довольно много чего посмотреть. Вот, Тенби, привет, Зулин, привет, Каин, всем привет. Это с помимо того, что у меня вообще никак не обновляется количество юверов, нас сейчас 163 человека, и всем привет. Да, отлично. Значит, спрашивают, кто у нас здесь? У нас здесь есть, ну, собственно, слева направо, да, это я, Зулин, это вот молчаливая Лена, которая у нас тоже сидит и играет. И вечером вы даже сможете ее отражение в окне вот в этом вот увидеть. Дальше у нас идет Гавлан Мид, Гавлан Фит, это Миша Дарт Кельтас. Привет, я вас люблю. Вы можете его знать по роликам на Ютубе, он переводит дота-репортера еще много всяких штук. Скоро сосредоточусь на Кингрихах, потому что контракт у меня с ними, походу, будет нормальный. Вот. Есть Женя Веритов, который дофига психолог и был на стриме Хейтрида, Йогин Нор. И Гавлан, это, собственно, Каин, наш любимый модератор, администратор. Мы его очень любим, но стараемся делать так, чтобы он об этом не подозревал, а то разбалуется. Ты сказал администратор, но мы это обсуждали, пидор. По этой причине. Мэтт Джохан передает Женьке Веритову лучей добра. Я как раз в этот момент подключился к процессу. Вот просто надеваю наушники. Два гавлана в пати, да, один гавлан это Миша, а другой гавлан это... Это Каин. Кто-то в Питере спрашивает, почему светло в Питере. В Питере светло, потому что это Питер. Также, пользуясь тем, я вроде как мы стримили Hatred, и попали на главную страницу хитбокса, потому что вас было так много. Я этому безумно рад. И это просто очень классно, то, что мы с вами здесь такую большую силу представляем. И в связи с этим, пользуясь положением топового стримера на платформе хитбокс, хочу поздравить команду Na'Vi с успешным прохождением в Grand Final International 2015. Они победили на европейских квалификациях, с чем я их, собственно, и поздравляю. Вот. Надеюсь. Я уверен, что нам будет интересно слышать, сколько же игр квалификации ты посмотрел. Посмотрел из их квалификации, я посмотрел почти все. Я не посмотрел. Ну, я не помню, что. Я не знаю, чего я не посмотрел, но я смотрел более-менее все. Я не досмотрел, по-моему, их игры с Hellraisers, но финал с Вега я посмотрел все, с якорями все посмотрел. И, собственно, практически везде, где они были в этих квалификациях, да, и сейчас я уже буду досматривать какие-то игры других команд, которые я еще не успел посмотреть. Мне очень интересно, например, посмотреть Якорей против Веги. Я знаю, что Якоря проиграли, но я знаю это просто потому, по результатам финала. Витас, а ты у себя на странице в ВК выложишь ссылку на стрим? А то я тут смотрю, обновляю, и с телефона что-то я не вижу ее. У себя ты имеешь в виду ВКонтакте? В смысле, да, ВКонтакте на странице, потому что меня, например, тут спрашивают, где посмотреть стрим, знаю твоего хитбоксовского адреса и всей этой фигни, поэтому отправляю всех к тебе на страницу. Сейчас я напишу просто в группе ВКонтакте, что мы начали, восклицательный знак, и адрес hitbox.tv. 183 человека. Отлично, спасибо вам всем, что пришли. Спасибо, что выбрали потратить этот вечер или часть его на то, чтобы посмотреть, как мы совершенно бездарно катаем в эту командную игру 5-5. Тоби 554 пишет, ты снова на главный. Мы снова на главный, отлично. Это значит, что есть некоторый шанс того, что нас придут посмотреть люди, которые даже не знают о Зулинс Влог, просто которые браузят хитбокс, и этих людей мы тоже приветствуем. Заходите, оставайтесь с нами. Так, я написал ВКонтакт, кажется. Да, все работает. В районе 3000, ребят. Перед ММР 3000 плюс-минус, то есть как бы никакой профессиональной доты особо нет. Мне пришел сундучок от Мерган. Снапсю Витас, будь счастлив, спасибо тебе большое. Что же в нем? Что же в нем такое? Оу! Шапки. Шапка на антимага. Очень крутая, кстати. Мне нравятся ножи в этом сете.
Зоюсь надену. Да, у нас, говоря об этих вещах, у нас есть возможность помочь стриму, помочь проекту, пожертвовав некоторое количество рублей, возможно, если вы хотите это сделать. Внизу... Денег. Да, внизу после... под вот этим окошком, где сейчас наш замечательный стрим расположен, есть кнопки там пожертвовать PayPal, пожертвовать Kiwi. И мы даже прикрутили штуку, что если вы пожертвуете через PayPal, то мы вроде как починили эту историю, что вы можете написать какое-нибудь сообщение, и ваше сообщение вот так вот выезжает на экране, и его все видят. И это должно работать, и это должно быть прикольно. Все еще некоторые технические моменты у нас могут не работать каким-то образом, но я надеюсь, что мы в ближайшее время со всем этим разберемся. Поэтому спасибо всем, кто смотрит, спасибо всем, кто чего-то нам жертвует, и кто ничего нам не жертвует, тоже спасибо, потому что вы все равно с нами, вы все равно смотрите, и мы вас любим. Ну что, если все готовы, то мы можем, собственно, начать. Пока в ранки не пойдем, надо раскликаться. Поэтому find match. Витас, Витас, Витас. Да. С тех пор, как нас выставили на главную, у нас 220 человек. Ну, неплохо, привет всем новоприбывшим. Это стрим по Dota 2. Я Зулин, у меня есть YouTube-канал, он называется youtube.com/zulinsvlog. Там есть обзоры на игры всякие и записи этих стримов, которые выкладываются немного медленнее, чем вроде как подсказывает здравый смысл, но их надо все-таки обрезать многие, поэтому они все, ну, не все, не 100% всех игр, да, будет выкладываться как минимум по Dota 2, но какие-то самые интересные я буду стараться выкладывать. Витас, еще 260 человек с тех пор, как я последний раз тебя называл сколько человек, и поприветствую на английском, на всякий случай кого-нибудь. Это будет интересно. Да. Hello, friends. This is a Russian stream. We are playing Dota 2. I am very glad to see you here. We are not professional players, so don't expect much from us. But we hope that we can keep you a good company throughout this evening. Thank you very much. From now on, I will speak in Russian, but you don't want to understand what we are saying anyway. So welcome. From my heart, in English. 286 человек. Отлично, отлично. Я одобряю тебя на 6 из 10. Ну, да ладно, это было как минимум 7,5. Ну да, да, да. Витас мини-ёбыч. А, мини-ёбыч, да, мини-ёбыч, так. Сейчас должен, по идее, стать мини-ёбыч, я альтабность проверю, так ли это. Да, ёбыч действительно стал мини. Да. И все англичане сбежали, пишет Риэлшан. Ну, возможно, да. Джон Свен пишет «Hello, my beautiful comrades». Риал Шанна «Hello, guys». Знали бы они, вот сейчас обсуждают образование этих психологов, знали бы они образование Жени. Да. И образование Жени в психологии прям обратно пропорционально его скиллу в доте, как мы сейчас будем наблюдать. Поэтому сегодня я на бойне. А я буду играть сейчас на Crystal Maiden, просто потому что мне Франц подарил аркан на нее, и она слишком прекрасная, и я хочу ее шоуфнуть. У нас, блядь, в команде вообще кэрри будут. Что? Слушайте, да, давайте кэрри, может быть, каких-нибудь возьмем, блядь. Что мы? Не очень дохлыми. А, да посмотрим сейчас, посмотрим. Витас 314 человек. Всем привет, как много новоприбывших. Пошли посмотреть Dota 2. Очень-очень рад, что вы все здесь. Женя сейчас затащит Маджохан. Я верю в Женю. Так, Зус, это плохо. Мне как Crystal Maiden это не нравится. Чё, кто-нибудь Хускара возьмет? Гавлам, может, возьмешь что-нибудь? Надо нам чего-нибудь жесткое, короче, чтобы убивало. Нам надо не... Давай не Вайпер, давай только не Вайпер. У нас все еще нет жесткого. Дроу Рейнджер или Баунти, выбирай. Это не жесткое все. Он Хускар, господи. Булджат. Так, ну я сейчас, конечно, прожму паузу, парни, но... Да нет, там паузы никакой. Возьми чего-нибудь, возьми ПЛ какого-нибудь. Возьми ПЛ, реально, ПЛ поможет. Да, Фантом, кстати, неплохо зайдет здесь. Так, у нас целая куча саппортов. Лен, давай тогда с тебя курас, меня варды. Ребята, вы меня слышите вообще? А, да, все, да. Так, мне нужен кто-нибудь на линию, чтобы безостановочно отсасывал так, чтобы у меня было куча эластиков. А, ты уже закупился всем этим?
Кому-нибудь варды-то дать надо из присутствующих? Мне возможно, но я немножко вне своей досягаемости. Да, я заметил. А, делайте ваши ставки, у кого будет First Blood. Я гарантирую, учитывая. Так, мы, подождите, стойте, мы что, вниз трипло идем, да? Нет. Мы идем за руной. У нас... А где у нас... А кто мид вообще? Бэйн. Нам придется оставлять Бэйна в мид, и мы проиграли эту игру. Потому что Бэйн — это Женя. А Вич-доктор в мид пойдет нормально. Да, Лен, сходи тогда на мид. Джека, иди с стихизом наверх. Давай, братишка, нам будет весело. Разве нам не будет это... весело. Ну разве ты не видишь это по моим любвеобильным глазам? У меня их целых 6. У тебя, кстати, есть арканы на него? Лен, и почему до сих пор нет? Блять, опять арканы... это произошло. Аркана на него у меня нету, а до сих пор и нету, потому что мне ее никто не купит, не подарит, поэтому вот. Даларион пишет привет даме в микрофоне Зулина, это молчаливая Лена, вот тебе привет передает. А, да, спасибо, привет. Вот. Кто-то задал вопрос, что такое мид, и я предполагаю, что у них, блядь, в команде мипа? Мне пиздец. Мипа... Я думаю, что вы не ставили на это, да? Миша сделал ФБ. Одного мипа ты бояться не должен, потому что тебе главное его перефармить, мы будем его зонить. Ну, ты же знаешь, как это работает. Мипа, 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 мипа. О, вот это уже... А вот это жопа. Это уже вирдшит. Ну, нам, короче, пиздец здесь. Что там у нас такое произошло? У нас тут Хускар. Хускар. Плохонько. Что? Нам очень надо будет... Ой. Боль. В общем, как только Лена получает шестой, нам нужно будет твое присутствие на линии. Это... Слушай, нам надо их убивать, по идее. Это лучшая идея. Да, ну как мы это сможем? Ты видишь этого оранжевого крипа? Он доебался до меня. Что, у меня ФПС меньше, чем обычно. С чем это связано? Я даже не знаю, отводить тебе или нет, честно говоря, потому что они могут и дайвнуть. Они и дайвнут. Ну, тогда я просто стак сделаю, я не буду. Два горящих. Слушай, ну мипа вроде как-то не совсем. А, если бы мипа попал, я бы умер. Ну да, но он не попал. Так. Я первые 2 минуты, у меня было 30 FPS, а теперь стало 60 без какой-либо причины. Я бы хотел бы 60 FPS, честно говоря. Ну или сколько их там. Ну короче, больше, чем было. Я просто не знаю, почему это происходит. А происходит это уже не в первый раз. Я даже не знаю, как с этим бороться. Хускар что-то не особо агрессивный. Ну а чё им? За фарм что ли очень сразу? Слушай, ты умираешь. Я нет. Я кристаллическая женщина, я не умираю. Ну у тебя арканы, ты их должен выиграть. Да, у меня арканы. Ты мраком-то больше не болеешь, когда тебя убивают? Нет. Хорошо. Я пойду подберу руну, а то я что-то забыл об этом сказать. Я не знаю, я, наверное, Аквилу буду. Ну тебе придется Аквилу. Да, на такой-то линии. Я горю. Перестань гореть. I wish I could. Да, Витас выздоровел, все с ним хорошо. Да, я более-менее выздоровел, спасибо всем, кто переживает по моему поводу. Я чуть-чуть иногда подкашливаю, но в целом как бы голос вернулся, настроение вернулось. Так, отлично. Сейчас. Молодцы. Вау. Боже, Миша на Техисе будет тащить всю игру. Миша на Техисе придет вниз и будет тащить Хускара. Нет, да, пожалуйста, буду... если ты придешь и потащишь Хускара, то это будет прекрасно. Я обязательно сделаю это, когда у меня откатится взрыв и когда я буду 6-го левела. Так, как там доктор 4-й? Я напоминаю, кстати, что у Хускара большой иммунитет магии, поэтому моя зеленая мина против него особо не крута. Так что только взрывы могу сделать. Мид немножко отъезжает. Ты немножко отъезжаешь. Мне кажется, ты сможешь. О, вау, хилка первым уровнем. Вот это интересно. А, ну-ка, давай. О, действительно интересный ход. Кто здесь команда? Кто здесь команда? Хилка первым уровнем, это охренеть как странно для Хускара. Ну, нет, это не первым уровнем, это как минимум вторым. Ну да, ну, ты понял. Да, но она у него уже есть, это очень рано. Хускар, который не хочет выиграть.
Тем временем мы с Кефизом очень даже неплохо разбираем с помощью сна и... Тем временем к нам идет Пудж, и я боюсь, что его ждет хороший сюрприз. Возможно, такой, которого он даже не ожидает. Слушай, ведь, и может, именно поэтому он не агрессирует? Ну, потому что у него хилка, я не думаю, что он понимает, что он вкачал вообще. Ну, для нас это хорошо. Да, определенно. Для нас плохо то, что Миппа уже два, как бы, и мы ничего не можем им сделать. Постакай джунгли. Я занимаюсь стаканием. Да. Он там пуджит. Спать, сука. Он уже шестой. Спасибо, спасибо. Попробуй забейтить его. Нет. Чёрт. Нет, все лесные крипы в сетке, Фантом Лансер. Тангу тебе дать? Мы проигрываем доту. Давай. На, там. Я надеюсь, ты это не мышкой это сейчас сделал, потому что это выглядит так, как будто делаешь это мышкой. Окей, не пали, что здесь так, и все будет хорошо. Ну, это просто план, забей. Все хорошо. Просто Хускар шестой, он моментально начинает летать. И слава богу, у меня, надеюсь, хватит ФПС, как-то сделать его полет бесполезным совершенно. Ну, слушай, может еще раз попробуем так же Зевса принять родное, а? Я скоро мне взрыв откатится. Мип ушел в мид аккуратно. Да, мы здесь его уже касками маледиктом нарезаем, он умрет. Блин, мы только вот. Сейчас. Он не умрет. Он все равно умрет. А, нет, даже. Мипа не умрет, нет. Это было глупо. Нам надо было бить одного мипа. Манси, блин. Зачем мы били двух разных? Ну по зигзагам беги просто. Тебе Кускар выдвинулся. Это не было похоже на зигзаг. Так, ну что, сейчас дожидаемся Зевса и Сон взрыв, да? Да. Если выживет, я его Брэнсапом доберу. Я думаю, что даже не взрывом, а мина его просто. У меня мина сейчас. Ой. Вот, у меня ульта готова. Отлично. Несу палки с глазами. Тут нам ульта не понадобится, в принципе, если ты его... Ну тут да, но если третий будет, в смысле второй. О, кто-то хочет в сон сейчас. Сейчас он подойдет чутка поближе и отправится спать, да? А вот и Пудж. Он пойдет, да, он такой. Только он что-то засал. Сейчас вообще не палится. Сейчас мы его разоссым. Давай. Пиц аккуратненько, Пуджина ходит. У меня, к слову, сломался чат. Он не обновляется совсем. У меня чат в норме 342 человека, ты умираешь. Воу, что-то я тут не то делаю. Я не Мипа умер. Мипа очень хорош. Мипа совсем не хорош. Прекрасный, Мипа мне нравится. Ты хочешь на него налететь? Нет, играть? Я его не достану, он слишком быстро бегает, умеет сохраниться. Полем. Надо место в инвентаре поосвобождать будет. Надо выебываться. Так, извини, я должен был это сделать. Блин, что ж ты творишь-то, родной? Он меня дохнул. Хотя бы чё? Ну, он меня, понимаешь, я либо так, либо кил. Блин, жалко. Ну ладно. Я сейчас извинюсь. Да я Зевс. У нас сейчас здесь... Лен, не показывайся. Ну, Витас, я стал, короче, шестого уровня, мне с Кускаром просто... Тебе проще с Кускара, я понимаю. Десятки раз. Если мы сейчас сможем его убрать, у них здесь нет варда. Ты рано напугал ты его, Лен, успеешь? Давай. Но нет, все, это надо уходить. Надо уходить. Совсем. А помощь внизу нужна? Да. Давно. Ты жмешь 100 левел, есть. Я здесь на Мипа нарвался. На всех нарвался. Но Мип, правда, не очень. Ну, Мипа такой. Но ему хватит. Да, ему хватило. Лен, ты можешь в инвизе убить Мипа. Мы настроили донат, ребят. Мы настроили. Сорт. Блин, почему у меня не обновляется чат? Нет, куда ты не убьешь его? О, убегай оттуда совсем, Лена. Он сейчас сзади кто-то придет. Пуджа сзади видел. Mm-hmm. Вот где-то тут он, тварь. Давай аккуратно отсюда уйдем. Депаут. Ой. Кто-то спать. У меня депаута не пол, парни, все, я отлетаю.
У меня тут паута не получится, потому что у меня телепорт в откате был. Плохо. Да. Действительно, не очень хорошо. Мне кажется, что много людей сказали, спросили про Ваню. Ваня занят. Он такой, да. Ребят, он... это простая истина. Хэштег Ваня занят. Все. Да. При этом... Мы вас не игнорим, мы просто сосредоточены на игре. У меня, например, чат не обновляется, и я не понимаю, почему. Я уже, когда я его альтабую, там что-то происходит. Витас, ты попал на чат? Конечно. В дэшке посмотри. Открой себе отдельно где-нибудь дэшборд лучше. И используй его. Use X instead. Ну что, да. Game is hard. Пытаюсь на транквилы выформить себе хоть, чтобы что-то делать. Сейчас надо все в ПЛ. Как... Ой, тут мипа на хосте, короче, лес фармит. Жека, ультимейтом. А, нет. Старо принимаем, не ребята, если можем. Уходим. Ну, уходим, мы деремся. Жека, мы деремся. Ультимейт куда-нибудь дай. Даю. Ты нет, дал его не в того мипа. Нормально. Сейчас заберем всех. Вообще больно довольно. Да. Как же вы так долго его убиваете? Слушай, 51 тычка с руки и 76. Понятно. Хотя Жека, если бы урну кинул, то его убили бы. Побыстрее. Я могу... Мы же убили так его. Так у нас ПЛ умер в процессе. Да, сорта вы умираете, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я бегу. Это смансуй. Я взорвусь. Ой-ой-ой. Оу, как хорошо-то. Как замечательно. Вау! Ты пидор! Я, бля, представляю, как ты сейчас хочешь мне кишки вырвать. Он ЦМ, он не хочет. У меня аркана есть, мне пофиг, ну блин, ну ты пидор. Чат, короче, удовольствие полным. Это был дик плейс. Все нормально. Блин, монголи мы поумирали, чё-то все. Не хочу этих бутсов фармить. Ты-то там что вообще делал? Я фармил. Ага. Ты вообще фармишь? Кто тебе, блядь, разрешает фармить? У нас никто урну... Блин, уже у Бэйна урна. Я уже собрал урну. Ой. Ой. Да вы охренели, господи, сколько урона. Стики. Пожалуйста, спасти тебя сейчас. Вау. Серьезно, он меня ультанул. Слушайте, походу они отомстили так нормально. Слишком. 349 человек. Тебе надо было... Это значение, да. Значение. А, подрывай, блин, пуджа, нет? Ай, чё, я не слезу. Уже техис забыл. У меня не обновляется чат совсем. Это делает меня очень грустным. Техис вспомнит когда-нибудь. Окей. Он еще вернется к тому же. Нас... Пуджат, проблема. Брейсер, собери, Витас, советую, ты слишком тонкий. Да соберу я, конечно, сейчас я пытаюсь чат сделать. У Джей стало очень много, и один из них идет на меня. Возможно, тот, который хукает. Вряд ли тот, который хукает. Ой, не знаю, не знаю. Если только те двое остались стоять, то тогда тот, который хукает, точно. Скорее всего, потому что я не могу взорваться, поэтому... Витас, я могу, в принципе, смотреть иногда направо и говорить тебе, что в чате? Блин, что у меня? У меня что-то на втором мониторе какой-то трэш происходит. Вот это хорошо было. Вот это, блядь, было божественно. Я даже пришел. Витас, сдвинь чуть ёбыч влево, чтоб чат не закрыл. Господи, так, я выхожу из Слака на время, потому что он мне только что закрыл болт. Произнеси то, что ты произносил еще раз. А влево чуть ёбыч, чтобы не закрывал левел, чтобы это не значило. А, сейчас. 346. Ну, пудж действительно был здесь, но он промахнулся по стоячей цели. Что-то хорошее. Да, ведь теперь не видно уровень. Ну вот так, чуть-чуть я сдвинул, должно быть видно сильно. Блять, второй монитор. Да, тупой мипос. Блядь, почему именно сегодня все вот это вот говно повылезало? Работает. Давай, башня. Что вы все еще там делаете? Поставь меня, башню добей, господи. Зачем?
Да потому что башню надо было брать. Да. Не надо было там вообще находиться, все, все разошлись. Витас. А. Заберите, уходите оттуда. Ой. Спать, сука. Это иллюзия. Я заденайл, забей. Блять, я дебил. Конечно, иллюзия. Я дебил. Зачем я это нажал? Это, этого никто не видит. Это видели все, кому надо было. Это видели 351 человек. Да ешься ты, банка, у меня не съелась банка, короче. Слушай, а что произошло? Я кинул на этого парнишку сон. Да я нажал на него право, я мискликнул. Меня повесился. Классненько, слушайте. Вообще нормально. Так Куджат, разберите, тут ему осталось всего нихера. Если он пойдет через них, то, в общем-то, все будет нормально. Лоис Фаренгейт... Лоис Фаренгейт не знает про доту и спрашивает, что делать рисунок на земле. Это способность Бладсикера. Это рисунок живет там пару секунд, и через пару они секунд... Они нам девардят, короче, его из рисунка. Вот пидоры. Через пару секунд все, кто в этом рисунке находится, получают дэмэдж и сайленс. Плохая вещь. Ой! Давайте забыть их как следует. Что ж такое? Ой, как хорошо. Очень неплохо, очень неплохо, очень хорошо. Здорово-то. Женя. Поймаю. Нет, ты мертв, так. Как ты? Сейчас танчик. Тайминг. Сейчас, блин. Не забудь заходить руками. Выключи, Лен, лечилку-то. Да. Попал. Так. Вижу, нужен. Я на него... О, достал. Давай. Ну, норм. Я люблю эту игру, господи. Пошли медовую башню заберем. Да. Кому руна нужна? Ну, Лене нужна. Лен заберу руну. Принимай Нипских. Ой-ой-ой. О, у Мипа есть эта штука, которая хилит Мипа. Если у ульта есть, у Зевса есть ульта? Ты скоро я узнаю. Слушай, я Владимир, наверное, буду собирать Битс. Слушай, мое лицо, блин, почему ты... Оно очень красивое, тебе это радует. Сломано. Но оно красивое, когда сломано. Я как-то надеялся, что ты останешься и... Поможешь мне с этим, с Пуджом. Поэтому мы не ходим в ранкет в начале. Пишут, в Lineage 2 больше нет ограничения по уровню, если кому-то не пьет. Да ладно, серьезно? Витас сегодня ужасен. Нет, у нас просто команда из трех саппортов и тех из... Да не, я абсолютно ужасен сегодня, но это нормально, я часто ужасен там в первом, второй кат. Там Рудьер опять нас очень хочет. Возможно, ему это удастся, если Женя будет стоять на одном месте. У меня проблема как бы такая есть, что если в Early Game все пошло не так, как я планировал, оно пойдет, то я теряюсь, я не знаю, что делать. Сейчас примерно эта ситуация. Кстати, у меня такой вопрос. А мины же взрываются мгновенно, когда ты их взрываешь, так? Зеленые, да. Ты в курсе, что у Дискара не моментальное возрастание? Я знаю это. Побыть и учить. Слушайте, ну я все 4 скилла раздал вообще вот в этой стычке. Извини, я законтрил твой ульт случайно. Тайбер. Да, тебе должно быть стыдно. Нет, мне не стыдно абсолютно, я просто говорю тебе, что это случилось. Кстати, я готов урну раздать хорошим людям. В том числе и себе. Я точно не. Так что, башню повзрываем, может? Может быть, и повзрываем, на самом деле, но я боюсь туда идти 11. Потому что там очень много зеленых штук. Ой, я в хуйне. Ой. Ой. Чё, ульту прожал зачем-то? Текис, дай тебе урны. Давай. Я сейчас забейчу, как боженька. Текис, готовься. Там осталось меньше минуты, поэтому давай. Да, и теперь я не вижу, что они там, поэтому. Да. Вот такая вот хуйня. Перестань. Ну, ребят.
Оп. О, забирай. А у них этот, Зевс Utility? Какие они еще бывают? Судя по всему, это Зевс с Юлем? Нет, они именно заканчиваются. Это Зевс с Юлем, он Юль берет. Ты можешь их потом взорвать ради прикола. Могу, конечно. Написано, что такое арканы, 1500 рублей. Арканы — это шапка какая-то, которая очень сильно косметически меняет героя. То есть то, что мой персонаж вот так вот сейчас выглядит так и парит над землей, это она не изначально такая. Слушайте, я могу взять всего льду выцепить, ребят, если... Здесь пудж на хосте, Там вообще пудж. Все у них. А вообще идеально. Давайте пуджа примем. Давай. Ну он что-то обнаглел как. Ой, да, пошел, спасибо. Да хватит мне сбивать каст. Так, вот это вот. Окей, я сработал. Он не заденайлся, я его убил. Я его в сон. В ульту, ребят, я его в ульту, извините. Хотел в сон, пришлось в ульту. Ну так и быть, я тебя прошу. Он отхиливается. Нет. Сэм Кэрри. Митс тебе пишет, Зулин, переходи на зло Кайну на Азуку, там неплохо. Чтобы это не было. Видимо, это какой-то Twitch сервис, где еще лучше, чем на хитбоксе. Да, только партнерку давай получим, а потом уже переходи куда угодно. Витас, урны хочешь? Парнишка. Да, нет, у меня транквилы. Блин, ты поставил вард туда, куда я нес вард. У тебя есть вард, отдай его мне. Сейчас, погоди. Control, вард, Витас. На. Я собрал в хэдрест, ребят. Иисус сегодня очень любит меня. Как же он меня любит. Ну чё, типа, сплитфарм. Блин. Я так понимаю, играют Витас, Каин, Кельтас и Лена, еще есть Женя Верин. Радио Манго, вот это все. Подписка там. А вот тут вся психология. Господи, где грю? А, вот где. Так. Живите без меня 3 секунды, я хочу дверь закрыть. Продать вверх. Поднять кольцо. Воу. Было очень близко. Всегда забываю, что акрилу можно дезаземблить. Дверь закрыта. Ну, такая. Кто за отечество собирает? Кельтос... Привет. Паренек. Да, он на нем божит, на самом деле, а не играет. Кельтос, парниша, да. Вон, слушай, там самый пупер. Он тут соло, ПЛ, пошли его убьем. Слушай, Лена тоже. Подожди, я должен спалиться. Куда подожди? ТП просто сюда. Лена, а у тебя кейп? Что-то он палку. Не могу сейчас. Ну... Очень плохо. Вот, потому что надо было ПЛ, надо было сразу. Я... Он типа с Маледикта догорел, но могли не терять весь дом. Ребят, помогите, я пускаю держу, ребят. Сейчас будет, сейчас подморожу. Можно было бы не забирать, но ладно. Мипа немножко бесчинствует наверху, я думаю, что нужно с ним что-то сделать. Он на фрифарме просто... Ну вот да, Мипа на фрифарме, который играет не раскладкой тапу скилл, а цифровой, это значит, что он хорош. Ну ты заебал наш варды разбивать. Я туда к нему один не пойду, ребят. К Мипу не надо, мы сейчас туда отправлю. Пойду к Мипу. А мы все, мы уже не деремся здесь? Мы там не будем драться. О, Витас, парни, иди сюда, сейчас манцы дам. Интересно, Монголем догорит от моего этого самого? Но он не там уже. На манцы родной. Может быть, нам где-нибудь здесь вардецкий нужен? Нам нужен вардецкий там, где они не будут его ожидать, а еще здесь Мипа. Он пока в куре. О, Мипа. Лови мелкого. Убиваем срочно. Отлично, это Мипа, который играет через одного Мипа на базе. Оп. У меня нет маны на ульту, имейте в виду. У меня есть на... Ну, на проказ без нее, в общем. Он не догорит. Воу! Блять, что это? Это я. Я люблю тебя, а ты не ценишь. Жека, очень хорошо. Ты же умер! Слушай, Винус, сделал вообще все, что мог, чтобы ты отдал. Я понимаю, спасибо тебе за это. Хорошо, но я все равно дед, скорее всего. Хотя это же Бладсикер, я могу просто УТП-шиться от него. Ой. Ну если он сейчас... Старский вообще.
Ну, вторая, если он сейчас еще... На мины, давай на мины. Давай, давай. Давай. Стой там, стой на минах, ПЛ. Или просто... О, ты настолько мертв. Мы можем признать, что сейчас я на буйне даже лучше, чем обычно. Да, Жека, сейчас то, что ты... Те кнопки, которые ты нажал, не ухудшили наше положение. Это круто. Более того, это не первый раз в этой игре, когда кнопки, да, которые ты нажал, не ухудшили положение. Я должен сказать, что это правда. Отлично. Нет. Давай, Шерин, давай, давай. Сардос не моя девушка. О, вау. Он не очень умный, да? Ладно, у меня официально не работает чат, короче. Я не знаю, что с этим делать. Ведь то есть... я буду это... Он у меня работает только если я альтабуюсь. Я чуть-чуть тебя буду зачитывать. Давай. Он у тебя в дэшборде открыт или... Он у меня и там был открыт, просто когда я... Видят, они видят. Или да, что-то их делать еще. Нечего. У кого гем? У Бласикера гем. О, вау. Слушайте, надо что-то много. Нас тоже немало. Давайте что-то с этим сделаем. У меня вообще до хрена как. Сейчас немножко подлагал. Ребят, кого в льду брать, кого в сон? Подожди, подожди, подожди. Все, пошли. В идеале Хускара надолго отключать. Так, Бэйн. Не двигайся, просто не двигайся. Он прыгнул на эту штуку, отлично, отлично. Ооо! Let it go! Let it go! Ты украл мою роль! Какое? Ну ладно. Нормально. А гем? Где? У кого? Гем был. Это хороший вопрос, здесь был гем. Кельтас, стой! Да у Мипа, наверное, унес. Так он был... Ну, Мипа не умер, он вон. Я вижу, что он... Ему это не очень поможет, потому что мы сейчас его... Здесь. Слушай, я могу в сон Мипа отправить. Ну, одного из них. Нет, гем не у него. Значит, он лежит где-то здесь. Уре, скорее всего, уже давно. Ну ладно, его точно никто на речке не видел, смотрите. Ну, Рой, проведи сейчас аккуратно. Стоп, 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 стоп. Ой. Ну что ж вы сделали, ребятушки? Его очень... Ну, кто-нибудь, сон, блин, Техис, помог бы, пидор. Спасибо. Засейвили Витаса, да? Да, да, запасейвили. Да. А, не, мне даже ТП не надо делать, у меня урна с транквилами. Да что ж ты делаешь-то? Ща. Я ж подморозить мог, чё ты. Все, надо уходить, надо пошли. Ребята, будете моих-то ублюдков спящих, а? Ну, безобразие. Ой, помогите! Да пизделся, блядь, фиолетовое говно. Я помог, чем мог. Давайте их разбивашим. Я сейчас стою, я сделал сон на себя. Тут поста, подберите кто-нибудь. Я стараюсь, блин, уйти. Праздничная кровавая ЦМ. Не понимаю, куда гейм делся, честно, вообще никак. Я тоже. Да уйди. Пока вы там веселитесь, я пытаюсь тут уже разойтись, не буду говорить. Чё у вас тут за дела? У нас тут две штабы, которые пробежат. Опа, курьер. Это что вообще за хера? Что? А, это настоящий? Да. Ой-ой-ой, что-то я не хочу больше. Но... Давай, Кельтас, еще одну, блин. Не могу, он далеко. На некоторый откат есть. Он... Ну да, это тоже, кстати. У меня есть ультимейт, например. Ну хорошо бы, чтобы Let It Go сработал. Да, если Let It Go сработать, если то будет хорошо. Если Глиммер был. А, Глиммер мне не поможет, мне БКБ надо, потому что Зевс. Он сможет через Глиммер сбивать. Ребят, снова тот же вопрос. В кого сон, в кого льду? Кого-нибудь, что-нибудь. Как-то так, да. Ну я все равно был... Блядь, сука. Блин, вы опять меня все сбили, ублюдки. Дай! Хорошо. Все. Я еще прыгаю. Оп, мансы дам. Путга, лови. Где Путга? Вон. Ну, что с ним, чтобы он мне лицо-то не ел. Вот. Спасибо. Спасибо. Все, я домой. Хорошо. Лети. Все еще бьем за двойку. Мне это нравится. Мэтт Санни Дик пишет, хитбокс хуже твича, здесь нет капа. Здесь есть капа, она просто ролл. Да, как капа ролл и вкусная, знаете. Да. Так, вардов у нас нет. Так, и что Мипа нафармил за все это время? Ага, ничего.
У него блинк-даггер есть. Ребят, вас будут... Там варды есть. Нам тут варды нужны. У меня один. Зачем нам там варды? Ну, за тем, что слева сейчас к нам как подойдут поверху, и больно будет очень. Ладно, Дэн. Все там, конечно, сейчас... Глядите. Против тебя восстание готовится, потому что ты не читаешь чат. Я не могу читать чат, потому что он у меня не работает, извините. Все насрать. Как только вот мы после этой катки разберемся, почему, что это за техническая проблема, почему у меня... Мэтт Джохан, чтобы отослать Жене денег, надо отправить Витасу донат с хэштегом Virtual. Да, я не скажу ему об этом. Отправлять донаты. Я не донатерский чувак, лучше приходить ко мне на тренинги. Да, это своеобразный донат, на самом деле. Каким образом? Ну еще он поможет. Звучит как оплата услуги. Да. Да, ты уловил. Возможно, хорошие услуги. Донат — это оплата услуги. Короче, нам просто ходи с ним на тренинги и все. Мипч внизу сейчас в башенке. Нет? Не, мипа наверху и зеленый, ты че? А, у него тревела, что ли? Так, ребят. А, или он тебе уже. Я забираю регенерацию, да, не досталось врагу. Слушай, ну раз уж тут спросили, что за тренинги, давай. Ох, господи. Он психолог, он. У него есть психологические тренинги, он учит людей, как жить. Примерно так. Витас, ты сейчас был лучше антирекламы. Нет, я не учу людей, как жить, у меня есть тренинги. Надо говорить, я учу их, как жить лучше. Шутки про стулья не работают, но если в общих чертах, то один тренинг посвящен всяким разным запретам, которые достались нам с детства, запрет на выражение чувств, эмоций, запреты на поведение. Ну, знаете, про всякие, в общем, такие детские истории, которые до сих пор люди таскают с собой, если в общих чертах. А второй тренинг — это свобода самовыражения. Это тренинг о том, как понимать, о чего, собственно, что в данный момент и как Жень, Жень, говорить. Жень, назад. Сейчас тебе выразят хуком в лицо. Вот с этим там и борются, собственно. Если вы любите кидать хуки людям в лицо, то приходите на тренинг. Ну, я хотел, кстати. Я как раз ровненько до хука оттарабанил все, что хотел сказать. Уходим отсюда, сейчас умрём. У меня, кстати, почти аганим, ребят. У меня как-то что-то вроде как тимфайт надо бы устроить, а мы все по всей карте. Он мипа кого-то ест в лицо. Меня, между прочим, ест. Тебе надо было каску кинуть и законтрить его. Ну, я кинула в каску. Витас. Я уже потратил на него скилл, извини. Я просто хочу тебе сказать, что мне нужен фарм, а тебе не нужен фарм. Мне еще как нужно. Ты представляешь, что я с аганимом сделаю здесь? Ничего. Ух ты. Давай вот с этим что-нибудь сделай. Он далеко от мин. Давай. Блять, что я сделал? Что-то, господи, ошибку. Я сделал ошибку. Ну-ка. Жалко только, что я помер. Так хорошо. Да, сделал ошибку, которая будет стоить 80 секунд теперь. Так что ты с аганимом сделаешь там? Не с аганимом, а с БКБ. Я сделаю вот это. Беларион, что за ящик Пандоры? Я не понимаю, что. Кто-то летит. У меня минус 3 левела. Это хорошо. Теперь я могу, собственно, даже в тимфайте участвовать. А, господи, Витас, давай, Fallout 4. Он даже трейлер не смотрел, ребят, он вам ничего не скажет. Я не успел еще. Если это Fallout от Bethesda, то я точно вам могу сказать, что он хуже, чем второй. Да я примерно это и сказал, на самом деле, когда про трейлер услышал, то есть подумал. Это новый Fallout от Bethesda, и как бы мы уже два видели, вроде как. Ну, кстати, New Vegas был неплох. Но он был неплох, но он не был настолько неплох, понимаешь? Чтобы хотя бы приблизиться, пам-пам, к оригиналу. Вы просто не любите все новое. Ну, разве это плохо? Просто любите. Ну, понимаешь, просто. Я никогда не понимал сути фразы, вы просто не любите все новое. Понимаешь, дело в том, что все новое говно. Почему мы так? Конец дискуссии, мне нравится. Я согласен совершенно. Пускара по кускам. Он эту хуйню не оставит. Да, давай, по кускам. Что с лицом? О, еще лицо. А я у Зевса руну спиздил, как вам такое. Слушайте, а я сейчас мипа возьму в ульту, если он тут. Там появится. Мипа вон здесь вот. Дайте мне вижу на мипу. Ой, боль. Ой, мипа не хочет, чтобы я ему в ульту. Сука! Нет, убежал. Мипа от меня убежал, парни, простите. Давай. Зря я двинулся, но это автоматическое. Да. Ой-ой-ой. Я как-то...
Рассчитывал на что-то другое. Ребята, что происходит вообще? Мы умираем. Зачем? Мы умираем больше. Ладно, некому. Ну, сколько смог. Ну, типа, такой размен, короче. Ну что, Лен, теперь наша с тобой задача победить катку, пока ребята отдыхают в фонтане, да? Не, я пошла ходить. Ребята, если вы будете писать слишком много капса, просто бот вас забанит, а Витас не почитает, потому что я читаю чат. Я вот читаю, сейчас тут пишут, Вольвик, закупайся против перед смертью, будь то. Ну, типа, да, но как это сказать, это имеет большой смысл, если бы я смог потратить вообще все деньги. Там есть кнопка накупить. Нет, там ребята, нет кнопки накупить хуйни. Если кто-нибудь способен, скажите, пожалуйста, сколько у нас в чате. Ну, сколько нас смотрит вообще, потому что у меня данные не обновляются уже довольно долго, я не верю, что здесь 351 человек по какой-то причине. Так, все, наша тима вернулась. На опять вернем лица, да? Да, 350, все, спасибо, ребят, все, спасибо. Это очень много. Спасибо всем, что смотрите, я пока... Я не знаю, где Xardos, ребят. Я пока совершенно не отыгрываю на такое количество человек, но надеюсь, ребят, что... Ребят, может быть, все-таки руну двойного урона кто-нибудь подберет? Я подберу, я кэрри. Сорвить, например. Там на меня это выдвигается, товарищ. Ой, там на тебя много товарищей выдвигается. Я одного убью, как минимум. Ух, там, ребят, там... Его попытались спасти, получилось не очень. Низ. У меня нет ТП, я не приду. У меня тоже нет ТП. Там... Я на грани. И самое плохое, у Пейла нет ТП. Я почти задинал кого. А кто розовый у нас? Уч? Да. А где он? Ребята, они уже бомбу потратили. О, вовремя. Аккуратный паровозик за ними идет. Кельтос, легенда о Коре или легенда об Анге? Как тебе сказать, легенда об Анге, наверное, по качеству общей проработки. Она, во-первых, она была более такой... Черт, я в момент, когда начинаю забывать русские слова. Она больше сама в себе живет, как ты существует больше в фантазии. Ну, вообще, и то хорошее, конечно, просто более целостно, наверное, все-таки Анге является. Но в Коре есть накачанная черная, ну, получерная женщина. И, собственно, поэтому она выпила. Я считаю, это так. Слушайте, Мипа надо наказывать, он заебал. Мы ничего не можем сделать с Мипом, у него есть блинга. В смысле? Мы можем все что угодно сделать, пошли. Ну, там нет, вот в чем дело. Он будет сплит-пушить. Допустим. Расскажите два анекдота про психолога, видимо, я полагаю. Ну, Женя вчера про лампочку травил, очень классно, точнее, на прошлом стриме. Это не я травил, это чат травил, а я просто поправил анекдот, потому что он чуть-чуть некорректно был, да, это зануда. Так, а что я, собственно, здесь сделаю? Ты что, Роскомнадзор по анекдотам? У меня до БКБ, в принципе, 1000 осталось, я смогу... Витас спросит восьмой эпизод. Да, восьмой эпизод «Игры престолов» мне очень понравился. Ну, то есть я не могу сказать, что он меня прям на фоне остальных эпизодов там смыл куда-то, да, но как бы, большой батл был, было клёво. Ну, как бы... Ребят, может, сделаем тимфайт победы? Не произошло вроде как ничего такого, о чем можно отдельные там материалы писать, да, ну, то есть, да, появилась армия зомби. Ребят, давайте пускай мы все порвем. Нет. Уже нельзя. Нет. Там надо будет сорвать. Нипа. Вот, и линия становится все интереснее и интереснее. И сейчас такой момент наступает. Я жду, когда я уже перестану получать удовольствие от того, что с Серсеей плохо. Так там тимфайт намечается. Скоро ты перестанешь получать удовольствие от Серсеи. Надо. Ну, уже надо, да. Так, я Зевса уберу сразу. Пушка! Ой, хорошо. Отлично. Отлично. Фух. Обидно, правда, что прилег. Может, пойти... Пуга. Ага. Нашел. Давайте сделаем это. Мое лицо. Спасибо, Лена. Я не знаю, кто это делает. По-моему, первый раз, когда он это сделал. Да нет, не первый. Не первый. Ну что, там один секрет живой, давай запушим.
Ребят, я советую отключить сейчас звук, потому что я хочу подискуссировать с ребятами, потому что это еще дичайший спойлер, которого еще даже в сериале нет. Давай мы это перерыв сделаем, когда мы с паузой стоим. Да, думаю, да. Никаких спойлеров вообще, после стрима можешь это сделать. Ну, не после стрима, а вот... Да и я не хочу это слышать, если это спойлер. Нет, там видно, там не то, что спойлер, там особая вещь. Так сказать, информационная. Кто собрал аганим? Бэйн собрал аганим. Вот теперь тебе пока менее жопошно будет ставить ульту на самом деле. Все во сне будут. Контролирующий объект. Так, Лена, не паникуй, не паникуй. Всё, добьём. Давай глиммер, давай глиммер. Ой-ой-ой. У меня глиммер, я пожалуй, просто пойду от На, не хватит, наверное. Что, разборки кончились? Ой, я ж не... Ой... Ой... Ой, он быстрый, да? Я под Сашей, все. Спасибо, бежим отсюда. Надо было разворачиваться, сразу валить. Так, ну, зато у меня есть время почитать чатик. Во всем надо искать полезное, да? О, господи, спасибо. Меня до сих пор никто не сбил, Godlike стрим. ГДЛК спрашивает, Зулин донат это видит хотя бы. Пока вроде ни одного просто не было, поэтому мы их пока не видим. Пуш, 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 пуш. Ой, пуш, ой, бедняга, ой, ты зашел. А, нет, один был, два было. Я их не слышал, должен быть звук, должна быть строка, но ее не было. Что в таких случаях мы делаем, перезагружаем? Вы, ребят, на экране их видели? Перезагружаем, я не видел на экране, я не смотрю стрим. Значит, у нас есть один 20 рублей на Киви с комментарием «Классный Зулин, добавь мэн в стиме, хочу сет задонать». Обязательно добавлю, но после карты, не спасибо видим, тебе большое. Киви мы на экране не видим, но есть еще PayPal, который Юрин Александр пожертвовал безумную 1000 рублей. И сейчас я доберусь до нотификейшенов и даже прочитаю комментарий. Витас, а у тебя не 500 тысяч вкладок где-нибудь открыто? Не знаю, может быть. Если у тебя просто 500 тысяч вкладок открыто, я могу понять, почему у тебя лагает безбожно. И чат, и как бы notifications. Я же тебе рассказывал про то, как он шлет оперативу безумно. Но у меня лагает не так. Не характерно для этих проблем. Ну, Мипа, окей, ты это сделал. Дальше ты чё? Я почему-то в Hitbox Plus не вижу доната вообще. Ну окей, Мипа жирный. Он такой, да, но он это сделал, действительно, действительно. Ты в Hitbox Plus не видишь донат? И вообще пусто, пожалуйста. Пустая страница. Что, ребят, то есть я правильно понимаю, что кто будет бить меня с руки? Что? Я вышел и зашел, все еще не вижу. Кто будет биться с руки? Кто будет бить меня с руки, когда я с аганимом буду отправляться в крепкий и здоровый сон? Да. Крепкий, если кошмар, ты кастуешь ульту. Кошмар. Жека, ты слишком глубоко и один. Блин, могли их забейтить на самом деле. Я вардить пошел. Да я что пытаюсь... опять за хуйню-то я сделал? Почему я продолжаю это делать? Так, почему я продолжаю нажимать репортой, блять, почему? Блин, репорт. Сейчас хоть одна вещь заработает. Почему донейшнсы пустые, они здесь есть? У тебя браузер лагает, вычисти куки кэш после игры. Твоя мамка лагает, браузер в порядке. Если бы он лагал, то он бы лагал визуально, этого не происходит. Хэштег Витас, молодец. Бладсикера гем, кстати, надо бы его убить. Да, убей Бладсикера с Тараской. О, и у этого Тараска, вот почему я его не убил, хорошая новость. Но... Да, там Utility Zeus, который ничего не собирает полезного, совершенно причем. А, которому лапки просто даются перед ультой и все. Давайте мы их как-то... Да, мы не можем как-то, но... У меня есть... задержу, конечно. Кто, нет, зачем? Этот что? Очень не очень. Просто я настолько не очень. Спокойно, да, но... Как видишь, они могут. Кайн... Он промахнулся в телепортирующий человек, чё? Вот я понял, но... Ничего. Я говорю, что они могут, не он, а они. И он, кстати, так, стоит на клифе, поэтому... вторая попытка до... Glorious штуки. Спать, сука. Ой. Ой, нихуя там деревьев. Не пришлось. Круто! Ебать! Ой-ой, let it go, let it fucking go. О, парень, Ямский. Он даже так, мать его, не нравится. Лицо!
Гем. Где лицо? Где починить лицо? Гем, что взял? Я взял. На базу, быстро, на базу выбросить, не видеть, уничтожить. Говно зеленое не нужно. Так грохануло. Видишь, короче, это, настрой обратно. Я два раза вышел и зашел, короче, разлогинился. Оно все еще не работает. То есть просто страница, страница донейшенов пустая. Да я эту, я увижу цифру на PayPal, я не увижу комментария. Каин спросил Видоса и народа про сериал «Ганнибал», смотрели ли? Что? 50 раз спросили про сериал «Ганнибал». Ответь. А, сериал «Ганнибал»? Нет, я, ну, я не смотрел, я знаю о нем. Я даже знаю, что его вроде как хвалят. Я смотрел сериал «Ганнибал». Вот, он смотрел, ты рассказывай тогда. Слушай, сериал «Ганнибал», он очень красивый, он очень эстетически крутой, просто жутко. Я посмотрел только первый сезон, у меня не возникло желания смотреть второго, но это проблема скорее лично меня, а не сериала. Так, сериал, по-моему, эстетически безупречен. Ну вот, мнение, собственно говоря... Как это, реклама зубных щеток, да? Профессиональные стоматологи рекомендуют, также вот и сериалы «Профессиональный психолог» рекомендуют. Сериал «Ганнибал». Я рекомендую посмотреть прекрасный сериал. Пойдемте рвать им лица, может, уже фильм. Может, уже крутые. Я Я хотел уж тебя спросить не по мотивам фильма, но потом понял, что ты просто идиот. Да, я чуть-чуть идиот. Пойдемте рвать им лики. Сейчас у меня поинт бустер прилетит таки. Можно только пятером это делать. Ну или если эти идиоты отойдут от своих друзей на любую сизовую дистанцию. Мам, нормально, что вы уже подходите туда, где возможно скоро будет веселье. Куро, аккуратнее. Кстати, да, Куро очень аккуратно. Мы можем на самом деле сейчас спокойно брать Рошана. Никого. Нам нечем брать Рошана. В смысле, нечем брать Рошана? Фантомы. Иллюзии об Рошана разбиваются, у меня урон просто не хватает. Так, чего, блин, пинговал на урон? Ты хотел? Я не смогу убить Рошана достаточно быстро. С твоими предметами, ну хуй знает. Мне кажется, если ты просто иллюзии манты поставишь и танковать Рошана, то все нормально. Нас тут народ на топе. Может, нам топ пронести? Нас тут много. Давайте сделаем. Достаточно жив. Что-то мы очень как-то дисперст. Нам надо с этим что-то делать. Да, и там идут. Ну так давайте стягиваться, они все сейчас пошли меня ловить. Давай, блин, ты на мины иди. Че ты? Видос, судя по информации, там, короче, тебе задонатило определенное количество людей. Да? Логично. Некоторое количество людей. Слушай, так мы драться с ними будем или как? Ребят, те, кто задонатил, я после катки обязательно зайду и всех посчитаю, всем скажу отдельное персональное спасибо. Эти паблы задевардили. Ну, блин, задевардили, у них Зевс есть. Собственно, их больше ничего не Мне надо 1000 голды и аганимста фармить, и мы будем готовы в любой тимфайт. Блин, я к тебе дал бы аганим. Витас бабочку или скади? Мне, я кристал мейдом, мне не надо этих предметов. Тебе? Тебе... Я бы сказал скади, потому что большинство дамага все равно магическое. Ну, резано было. То есть как бы хускар, да, но хускар с контролем. Хорошо. А у тебя челлендж? Да. Ребят, надо им что-нибудь причинять. Дай мне 1000 голды и причиним просто сколько хочешь. А сколько? Они все наверху. Space Creator. Ребят, да на озвучивание можно было бы что-нибудь прикрутить, просто если бы система нормально работала. Она сейчас лагает безбожно, потому что я лагаю у тебя с браузером. Потому что что? У тебя с браузером что-то... О, да, я это возьму. Бери. Да, все у меня хорошо с браузером, Google Chrome работает. Блин, нам надо вот это вот говно на миду потрогать. О, вообще я Зевса сейчас потрогаю. 500 голды до аганима, потерпите, пожалуйста, не лезьте в большие тимфайты. Шестим, поэтому маленький. О, тут этот. Они собрались на нас идти. То что давайте готовиться. Давайте под башней, ребят. Ну, как а, все, отлично. Теперь им нечем палить. Что хорошо. Они что, за нами идут? Все, у нас проблемы.
Блять, мне надо выйти срочно из этого говна, больно. Ты, помогите. Не могу. Смог. Блять. Лучше не могу. Просил не лезть в большие тимфайты. Но они сами полезны. Но мы не лезем, они сами. Да вы были на их стороне карты, надо было фармить. Почему на Хитбоксе, а не на Твиче, здесь лучше? А еще на Твиче запретили Хейтрид. А еще у нас здесь будет партнерка. И вы сможете выбирать благодаря этому качество, да. Буквально скоро, то есть через недельку это, скорее всего, все уже будет заработано. Да, после следующего стрима это уже будет считаться. Да. Если они достаточно тупые, пойдут без Зевса. Больше одного. Все, да, есть, да, агоним. Да. Нет, на одного не буду, давай. А вот и Зевс. Так, ну он сейчас спалит все. Скорее всего, он это уже сделал. Так, давай, больше народу. Блин, они меня сжирают. Слушай, или сейчас, или нахуй никогда. Ну, сделал, конечно, но, блин, одно. Оп, засейвил, засейвил. Let it go! Красавцы, не парься, никакого хила. Без аганима, я хотел большой ультимейт с аганим. Вы гады, не смогли подождать. Аганим классный. Сейчас будет. Сейчас у них не будет ничего. Я ж куплю госсептор, прыгну под фонтан с этой хуйней. Так и сделай. Прям на фонтане и купи. Нет, в принципе. Кто там вышел-то? Труп. Месяц. Так, все, погоняли его и ухватили. Давайте сторону, а не дайвить под фонтан. Дайвить не будет. Надо Т4, они ж тебя... Они законтрят тебя. Нормально. Ну тут крипов просто нет, я ничего сделать не могу с ним. Всей этой историей. Нам низ кто-нибудь нужен один. Меня едят. Кто тебя ест? Меня едят пидоры. Пидоры едят? Это грустно. Сейчас я отправлю кое-кого спать. Это лучшее, что я мог сделать по ходу. Да. Валим отсюда. От Зевса под ручками всосёшь, если с госкиктером по фонтан прыгнешь. Да. Тут написал тот чат. Не достаточно умный был, чтобы это понять сразу. Спасибо. Отходи оттуда, пошли со мной, и со мной будет весело. Окей. Ты уверен, что с тобой будет весело? Да, смотри, видишь, я есть. Видишь, сколько Ой. Меня? Это называется размноживание личности. Потому что мне на самом деле Фантом Лансер. Мне моя мама Брейн говорила не ходить с незнакомыми дядями, которые многие, которые говорят, что с ними весело. С тобой точно будет весело. Да. Меня смотрите, как они сейчас пойдут на фонтан, и я их уничтожу. Давай, давай. Я тебя обожаю, Кирилл. Я-то себя как обожаю. Ой, тебе, ой. Меня убивать будет? Да, меня будут убивать. Меня будут очень активно будут убивать. А, у меня же... На мне сало бесконечное просто. Я жив на одном хп. Ты говорил, будет весело. А, было весело до тех пор, пока не пришел Мипа с жопу. У него, кстати, еще один гем. Ну? Ой, я туда не пойду, извините. Я могу выкупиться, еще не появилась партнерка у Витаса, но появится после следующего стрима. У меня готова гоним, ульта и БКБ, и я готов дефать. Привет, Лози Боунс. Да, мне понравилось. Неплохо. Они, походу, на рощу сейчас пойдут, парни. Всего. Да, пошли. Ну, да, они мы можем там подраться легко. Нам надо люди просто. Да, Витас, если ты сделаешь это подражание, они все умрут. Да, 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 я сделал этот гол, но просто нам нужно сделать это все вместе, потому что времени мало. Лена, я нужно сейчас уже это сделал. Потому что вот это. Либо они нас разводят. Оп, спать, сука. Блять, они такие мертвые. Очень. Бейн, давай, Бейн. Сейчас, подожди. Его пуч почти умер. Он не сбил мой гадлайк. Он такой лошадь. Ты.
Парни, там еще парнишка был. Боди слэм. Бейн — это странная штука, которая Никташу склоняется, не обращает на него внимания к низкому. А почему все ушли? Мы можем забрать этого Рошана, у него ХП нет. Конечно. Забирайте. Ну подходи, ты тоже нужен, дэмэдж. Сейчас. Если я подойду сейчас, запушу с ними. Я иду. Слушай, я не могу танковать его, извините. Да никто не может танковать. Жека, ты выходишь из рошпита, палишь контору и не бьешь его. Окей. Виноват. Да, я думаю, они так знают, что вы здесь. Да я тут. Все, сейчас мы будем. Правда, иллюзии рассыпают за секунду. Где? Так, один ну... Один из гавланов и у Веритов. А, Веритов это... Бенни. Это вон ты. Почему мы всегда идем по миду, Дмитрий? Я не знаю, надо идти по низу сейчас, честно говоря. Блин, да где этот крутой артефакт? Десяточка. Вот этот крутой артефакт. Токсичные лица где-нибудь есть. Давайте их лес зафармим, потому что это теперь наш лес. Чем мы можем лес? Да я думаю, раз уж мы тут все здесь и Let It Go в откате, то можно сделать. Let It Go есть. Let it go или let it snow? Что? Немножко того, немножко другого. На самом деле. Let it go and snow. Витас, купи бутылку, что ты как плохо. Что купить? Биль. Ты что, дурак, что ли? 55. О, давай возьмем мы вот это вот примем, вот это вот наглость. А, тут трое, тут трое, тут трое. Ну, а меня больше все равно. Меня эти. Просто это не насрать. Да, вливайте мне все, что у вас, блядь, есть. Отлично. Let it go, let it go. Что ж вы его? Не, это самое. О нет, Abyssal Blade. Он хрюшка. Он мертв, он так мертв. Он хрюшка. Не он мертв. Так, сон, это был плохой скилл, Жека, это был плохой скилл. Он не спас меня. Сука. Витас, он заблокировал большую часть урона от двух врывов Нипа. Так, нюки проходят через сон. Нет, ничто не проходит через первую секунду сна. А, Витас, давай так, я слушаю. Я не то чтобы собирался сделать это специально, не то чтобы я такой про, чтобы спасти тебя таким образом. Ну ладно, it worked out in the end. Я просто хотел затыкать Мипа рукой своим форстафом. И, собственно, мы и выиграли. Слушайте, это моя лучшая катка с Бэйна по ходу Эвер. Я имею в виду серьезно. Я закончил ее с Аганимом, с 5000 золота и вообще, в принципе, даже неплохо. А я за всю игру ни разу не нафизил абсолютно. Вообще ни разу. Я до сих пор бьем гадлайка, не надо. Ты с гудлайком, да? Да, бьем гадлайка. Сколько там, 20 килограмм? О, у меня амулетик. У меня амулетик раздупился. Что в нем интересно? Отлично, все выполнили челленджи. Надо у меня не было только челленджа. О, нифига, тут подарков надарили. Че, давайте распакуем штуки. А, и проверим донат. И проверим донат, почитаем чат, все сделаем. Сначала я открою сундук, который я только что получил. В нем слушайте, лежит... Слушайте, штуку за Лину, походу игра что-то намекает все-таки. Да, ну, мы пойдем к Котл Лина с тобой. Ну, слушай, я сейчас, короче, тогда пойду покурю. Да. Теперь Витас, посмотрим. Ты сейчас зайдешь на. Дай мне подарочки распаковать. Тут вот. Сейчас я посмотрю, они все. Да, они все от LSD Sweet Vita. Сейчас посмотрим, что здесь. Штука на Wrath King. Еще. Lazy Bones, мой стрим будет. Еще. В ближайшее время. Завтра, возможно. Еще штука. Еще штука. Ну и в общем, это сетик. Очень круто, спасибо тебе, LSD Sweet Vita. Это один из довольно крутых сетов на Wrath King. Витас, ты в скором времени сможешь накормить компендиум вещами на 200 уровень. Компендиум кормится только имморталками. Нет, компендиум можно, короче, ресайклинг, ты получишь 25 очков. То ладно, это мне, честно говоря, все равно. Мне не все равно, почему у меня не работают кнопки, я не вижу никаких донейтов, ничего. Витас, зайдем на сайт, а еще можешь расшарить мне экран, на самом деле, чтобы я смог.
тебе сейчас, я чатик... Витас, а я бы на том месте, кстати, бы сейчас приостановил бы трансляцию на секунду и запустил еще раз, чтобы она резалась на части. Да, я это сделаю. Сомберкроп пишет, большой ёбыч, да? Да, огроменный ёбыч делай, и мы сейчас настроим все по-быстрому. Витас, что скажешь о Сома? Я не знаю, честно говоря, что именно, что это такое, картотека, я не знаю. Зулин, не играл ли ты в Splatoon? Нет, я еще не успел поиграть в Splatoon. Хотя я хочу, то есть мне очень интересно, но пока просто не дошли руки. Жабер пишет, спокойной ночи, чат, чуваки. Спокойной ночи, Жабер, спасибо, что зашел. Витас, куда делась собака из твоей арканы? Я не знаю, то есть... Витас, ее активировать надо. А, ее активировать надо? Значит, да. Я ее просто не активировал. Правой кнопкой на аркану, там styles, там надо выбрать виску. Да, сейчас я сделаю совсем большой ёбыч, пацаны, чтобы мы смогли какие-то технические моменты решить, потому что это все не годится. Хэштег технический ёбыч, ребят, давайте. Технический ёбыч, так. Ну, давай. Давай. Поехали. Посмотрим. Получил шару. Так, сейчас я, ребят, не пугайтесь, я остановлю стрим на буквально на секундочку, для того, чтобы потом на YouTube удобно было заливать прям по каточкам.